Дети должны улыбаться, даже когда болеют. Благотворительная акция «Мир без слез» в четверг впервые прошла в Иванове. В пятую детскую больницу приехали любимые герои программы «Спокойной ночи, малыши» – Филя и Степашка. Вместе с ними маленьких пациентов развлекали клоун и безумный шляпник. Со всеми надо встречаться обязательно, потому что у нас нет такого больные и не больные. Детки все остаются детьми всегда. Деткам выздоровления, выздоровления. И смотрите, спокойной ночи, малыши. Доброе утро, малыши. Акции «Мир без слез» уже 15 лет. Это благотворительный проект одного из российских банков, направленный на оказание помощи учреждениям здравоохранения. Каждый год детским больницам выделяется довольно крупная сумма на приобретение необходимого оборудования. Было принято решение помогать не конкретно физическим лицам, а именно учреждениям, потому что это очень тонкий такой этический момент, почему мы, говорится, выбрали этого ребенка, о чем другой хуже. Какое оборудование нужно, решает администрация самого учреждения. 1,5 миллиона рублей на счет 5-й детской больницы города Иваново уже поступили. На эти деньги купят оборудование для реабилитации детей с неврологическими нарушениями и с патологией центральной нервной системы. Порядка 500 пациентов в год смогут им пользоваться. Будем покупать стабилоплатформу. Здесь идет вопрос коррекции связи центральной нервной системы с двигательными функциями организма. То есть ребенок сам увидит и будет корректировать свои движения под контролем этой аппаратуры, и более четко будет происходить взаимосвязь движений с центральной нервной системой. Ну а Филя и Степашка привозят хорошее настроение. И, конечно, подарки. В сундучках наборы для рисования, чтобы каждый маленький творец мог собственноручно разукрасить серые будни, проведенные в больнице. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.